Здравствуйте, друзья. Вышли мы погулять воскресным, ну не утром, а так, может быть, днем. И со мной рядом Светлана. Светлана, скажи хай. И у Светланы в руке что-то. Света, что это у тебя в руке? Такая золотистая штучка. Давай остановимся. Что это за золотистая штучка? Я думаю, ее еще покрутить можно, да? Одну половиночку относительно другой. Света, скажи, что это такое золотистое? И почему ты ходишь с этим на прогулку? Почему? Ну, потому что это классная штука. Это такой, так, как бы массажер, с одной стороны. С другой стороны, на ладони очень много находится точек, да, акупунктурных. И вот. Он от того, что у него остренькие такие иголочки. Так. И так его сжимаешь, так приятно, оно стимулирует все. То есть это, можно сказать, массажер. Да, вот смотри, какая рука стала. Видишь, так, в точечках. Друзья, вся. Вы видите руку в точечках? Да. Вижу, такая помятая ручка. Помятая, да. Но на самом деле это очень приятно. Угу. То есть ты не настолько, чтобы это было пыткой? Ну, это не пытка, наоборот, это очень приятно. Хорошо. А это где такую штучку берут? О, у нас мы таких сколько-то купили на какой-то ярмарке. Давно? Давно, они дорогие были. Так, дорогие это что? Ну, больше $100. Штука? Да. Да ты что? Да. Она золоченая, что ли? Ну, они говорили, что они 24 карата, но я не знаю. 24 карата золота. Ну, плейт это, естественно. Да, золоченая. Вот, но я не знаю, она очень дорогая была, я думаю, что она не стоит этих денег. Но я не могу таких найти. Я на eBay посмотрела, там есть похожие такие вот шишечки, но они совсем другие. Угу. Это металлическое, из хорошего металла. И у них здесь все нажимается, и тут крутится все. Да. А то, что там продается, там просто пластмассовая штучка со штырьками. Дай-ка мне, вот я покажу. И тоже такая из одного куска. Тут, друзья, еще вот тут есть, тоже нажимается. Вот, это можно, ой, прямо так акупунктурить на всю катушку. Угу. Да. Ну и там, естественно, поскольку она из пластмассы, там не такие острые эти кончики. Ну да. Вот она, то есть она тоже неплохая, но это лучше. Это как когда-то аппликаторы. Ну, та стоит совсем какие-то копейки, та стоит $10. Ну да. А мы это купили. Как аппликатор Кузнецова когда-то. Да, да, да. Он делал настоящие иголки, да, а потом пошли дешевые такие подделки. Не подделки, но версии дешевые из пластмасски. Да. Что, конечно, уже не то же самое. Вот, а гулять это отлично с ним. Сегодня штиль, друзья. Тихо-тихо на воде. Так люди гуляют. А вода тихая. Вот, сами, пожалуйста, посмотрите. Штиль невероятный. А вот вы видите, как серебрится океанская вода. Смотрите. В солнечных лучах. Вот соотечественница попалась нам. This one is 90 years old. 1990. Is it possible? 9 years in dog years. Oh, okay. Говорят, что собачке 90 лет в собачьем исчислении, то есть не календарных, но таких как бы пожилая собачка. Even though it's a drought and it was probably starving to death and thirsty, nonetheless, right, she right. caught it. She gets full credit for that. Yeah, I saw in the store they. Я думаю, друзья, мы можем лишний раз задуматься о том, так уж ли и плохо вот эта вот собачья жизнь. Может быть, даже мы заблуждались на этот счет. А чего? Очень хорошая жизнь. Почему она плохая? Да. Каждый бы мечтал. Да. Друзья, вот тут собака роет яму. Это, казалось бы, чисто человеческое занятие, понимаете? Но вот, пожалуйста. Ну, лучше она будет дом рыть, правильно, под домом? Нет, вот. Под домом не надо, что-то а вот это пугаешь. Вот она ее на пляже, смотри, она уже большую яму вырыла. То есть она любит копать, я понял. То есть они специально на пляж, чтобы она под домом не копала. Ну, да, понятно. А люди вон купаются без костюма, Миш. Каждый делает то, что он хочет. Ну, наверное, им не так холодно, Свет. Я думаю, если человек купается без костюма, наверное, он не мерзнет. Я думаю, что сейчас вода, наверное, градусов, может быть, 10-11. 12.
20. Да, вода, конечно, холоднючая, что тут скажешь. Спрашивают иногда, друзья, как у нас с акулами. Светик спрашивает про акул. А крокодил, это вот окаменел вот тут и лежит. Пожалуйста, вот вы можете убедиться. Весна, друзья, весна. Хотя я думаю, что они круглый год могли бы здесь трепыхаться. Вот не менее зазывно. Света, вот тебе не хочется так же перышки почистить? Сейчас, обратите внимание, они находят самые глубокие местечки, как ванночки, смотри. Да. И купаются там, вот вы смотрите. Да, знаешь, римские бани. Да, сейчас она залезет туда. Оп, пожалуйста, вот, пожалуйста. Да, хорошо. Ой, как классно. Хорошо. Вот, друзья, через тропическую растительность, можно сказать, как через строй мы проходим. А Света еще по дороге что-то снимает, потому что, наверное, она хочет посадить что-то такое у нас на бэк-ярде.